Продолжаем выпуск. Единый часовой пояс рекомендуют ввести в Казахстане отечественные ученые. Для этого они предлагают в Астане, Алматы, Шымкенте и всех регионах, живущих по времени столицы, стрелки часов перевести на час назад, то есть как на западе страны. Эксперты считают, эта мера положительно отразится на здоровье казахстанцев. В столице сегодня прошла заключительная встреча межведомственной рабочей группы по данному вопросу. Астрофизики, генетики, биологи, онкологи, радиологи, а также депутаты парламента в течение 10 месяцев изучали международный опыт. Свои научные доводы, исследования и заключения они готовы передать в правительство. К слову, сейчас жители республики живут в двухчасовых поясах. Вопрос исчисления времени в Казахстане поднимается не первый год. Уже мы в Кызылординской области в 2018 году вернулись в свой часовой пояс. Сейчас эта проблема поднимается в Кустанайской области. В долгосрочной перспективе, я думаю, с новым временем, единым временем Казахстана, мы добьемся многих результатов. Это наиболее оптимальный вариант, который подходит для наших граждан, для биоритмов со всех точек зрения, для нормальной, хорошей жизнедеятельности, поскольку правильный часовой пояс влияет на многие аспекты, поэтому сегодня такой отчет одобрен, единое предложение рабочей группы, с которым мы далее будем выходить уже в правительство.